Итак, приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего YouTube-канала. У нас сегодня на обзоре посылочка с нового, как для меня, сайта, или не сайта, а приложения, или магазина же. Вот, магазин Fish. Сейчас я вам его покажу, приложение на телефоне. Вот, рекламка вечно везде выскакивает. Вот такая вот у нас иконка на телефоне Fish. Вот выскочила мне рекламка в приложении Facebook, что вот такой вот магазин вот предлагает всякие товары для покупки с Китая. Видите, вот часы, типа бесплатно. Ну, я как бы типа бесплатно заказал и вот этот вот товар для опыта. Ну, как бы для проверки именно сайта, обманщики, не обманщики, рассказываю и вам. Да, посылка реально пришла. Заказал я вот так тоже типа бесплатно. Вот, ну это все как бы фейк. Тут ничего не бесплатно, просто ты платишь за доставку. Вот, за доставку ты платишь. Типа пишется бесплатно, но ты платишь за доставку. Доставка там уже оценивается по каждому по отдельности. Вот, то есть не можно сказать, как, например, AliExpress пишется, здесь не пишется, сколько за доставку. Вот, типа, написано бесплатно. Вот, берем получить. Вот, товар добавлен в корзину. Переходим в нашу корзину, и сейчас посмотрим, сколько же нам будет. Ага, здесь не... А, вот, доставка 3 доллара. То есть, в принципе, как бы на AliExpress'е такой же самый товар можно и найти дешевле. Но здесь вот такая вот типа фишка. Но я же говорю, это не бесплатно. Приходит так же само за 2 недельки. Я тоже заказываю эту штуку бесплатно. Вот, плюс заплатил за доставку. И в принципе приходит так же само. Вот. Ну, приложение можно скачать на Play Market. Скачивайте. И хотите пользуйтесь, хотите нет. Я вот вам рассказываю свой опыт. Вот сейчас посмотрим вместе с вами, что же мне здесь пришло. Так. Пришел у меня такой вот. Вот. Блок. Блок. Вот. Какой-то электронный адрес. Чанэнвир. Made in China. Надпись. Сейчас мы откроем, посмотрим характеристики. То есть у нас здесь пишется 3.0. На вид, конечно, красивенький. Что у нас по характеристикам? От 100 до 240 вольт, 50-60 Гц, 0,5 ампера. Так, при 5 вольт, 3,5 ампера, 9 вольт, 2 ампера, 12 вольт, 1,5 ампера выдает. Вот такие у нас, а это модель 3.0, я думал, что разъем 3.0. Вот такой вот блок питания. Как его бы нам проверить, сейчас глянем. Вот. Ну, никаких, конечно, розетку вставил, никаких у нас, сейчас надо найти какой-то блок. Неплохо USB кабель проверить на нашем телефоне, идет там или нет зарядка. То есть у нас такой вот кабель. Сейчас мы подключаем. Подключили. Вот здесь, чтобы было всем видно. Включаем. А, у меня же это Type-C. Сейчас, секундочку. Возьмем кабеля. Всех извиняюсь. Так, взял вот такой вот кабелечек,
стандартный к моему телефончику. Вставил, сейчас проверим. Проверить, конечно, я его на ампераж не могу. Ничем. Зарядка у нас пошла. То есть, можно сказать, вещь работающая. По открыванию на данном сервере я, конечно, и не знаю. Вот товар мне отправили, я его получил. Как бы рекомендовать я, конечно, вот у нас всякие, куча всяких здесь приложений. Вот мои заказы. Сейчас посмотрю, загрузится у нас, не загрузится. Вот. Да, вот загрузилось. То есть слежить по ссылке, информация о заказе. Так, так, номер нам дали. Вот чина, в принципе, вот здесь все. Еще чина. Заказ обрабатывается. Ага, это у нас типа шло куда. То есть, как бы иконочки открыть спор я не вижу. Есть центр поддержки. Это у нас тут. Сейчас служба поддержки. Что у нас тут служба поддержки покажет? Служба поддержки. Вот пишет, чем я вам могу помочь. Ответ. Вы уже получили этот товар. Вот. Если я нажму нет. Ваш заказ уже в пути. Обращайте внимание на то, что некоторые службы. Ага, немного. У меня есть другие вопросы. Вот. Я получил не тот товар. Я хочу отменить свой заказ. Я хочу изменить свой адрес. Я заказ, который. У меня есть другие вопросы. Изменить цена, не важно. Типа я получил не тот товар. Нам очень жаль, что вы получили. Здесь обслуживание поддержки. Ну, в принципе, я так думаю. Ну, давайте нажмем связаться с службой поддержки. Загрузить одно или несколько товара. То есть, в принципе, я так думаю, что если обратиться в службу поддержки, то можно будет как бы открыть, может даже открыть спор какой-то и вернуть, может, какую-то часть денег. Товар нам пришел, то есть могу советовать вполне этот сайт, но это все на ваш страх и риск и страх. Вот. Есть какие-то игры, бренды. Вот, все именно тут есть в этом приложении, так что скачивайте, пользуйтесь, пробуйте, куча всяких баллы, собрать какие-то коллекции, есть, короче, всякие интересные штукенции, так что пользуйтесь. Вот, ну, вот так вот, кто любит всякие новые приложения, можете пользоваться приложением Fish. Всем благодарю за внимание. Кто не подписался, подписывайтесь. Вот. Ссылочки в описании не будет. Можно в Play Market найти без проблем. Установить на телефон. Регистрация идет на русском языке. Пишите свой адрес, доставки. Там все понятно и все толково написано. Всем спасибо за внимание. Всем пока.